смотреть. Еще раз, есть ли у кого какие-то замечания к этому графику. Согласно графику, это очередные заседания, которые проводятся один раз в 3 месяца, в квартал. Если нет никаких вопросов, нет замечаний к этому графику, это также по вторникам. Также по вторникам. В июле-августе, как видите, у нас запланированы каникулы. Нет вопросов, нет замечаний. Уважаемый депутат, вам предлагается проект решения об утверждении графика заседания Совета депутатов на 2018 год. Если замечаний, предложений нет, прошу утвердить нашим решением данный график. Кто за? Против? Воздержались? Принято? Единственное.